Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xBet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xBet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Всем привет, дорогие друзья, это новый ролик по Brawl Stars, я сейчас нахожусь на аккаунте, на котором я не понимаю, как я тут оказался. Мне этот парень написал еще где-то недели две назад. Вообще, этот парень мой модератор, вот, у меня модератор. И, короче, он мне написал, что смотри, вот такой вот есть клан, мы тут заморочились немножко и просто не знаю, для чего мы это сделали, но мы это сделали. Я такой смотрю, вы чё, реально, как, зачем? Короче, если кто не понял, смотрите, я сейчас нахожусь на аккаунте Холдик, со мной в тиммейте Холдик, но это еще мало холдиков на квадратный метр. Вот, смотрите, в клане сколько холдиков, это просто... Мистер Дэн, ты откуда тут взялся вообще, блин? Это переименовал, чувак. Больше месяца не заходил, мистер Дэн это переименовал. Абсолютно все холдики, смотрите. Все холдики, 100 холдиков в клане. Я не знаю, почему мистер Дэн и мистер Дэн, ну, я вам отвечаю, был холдик. Либо ник переименовал, либо один холдик ливнул. Я не знаю. Ну, какая разница, смотрите их сколько. Это же кому-то не впадлу было просто создать сколько холдиков и сделать такой вот клан. Значит, я хотел, наверное, что-нибудь подобное повторить, даже не так. Возможно, у вас есть какая-то идея интересная. Помните, я в Clash Royale делал проекты, делал разные подобные интересные штуки, да, ставил себе задания и играл как-то, не как все, знаете, вот, выделялись мы как-то. Так вот, может придумать что-то, создать какой-то клан, и вот, допустим, все играют одной Шелли, никто больше не играет ничем другим, все прокачивают одну Шелли. Либо, ну вот, такой вот посыл. Пожалуйста, дальше дополните вы. Какая у вас фантазия есть? Потому что, ну, блин, меня как-то не вдохновили. 100 аккаунтов. Блин, это же мне впадлу было создавать сколько аккаунтов, чтобы забить клан холдиками. Естественно, я, блин, мне приятно. Я записал об этом ролик. И, возможно, я буду периодически играть на этом аккаунте, как на проекте каком-то, на твинке. Спасибо вам, ребята. Спасибо Пенкиллеру. Это Пенкиллер, кстати. Я ссылочку на него, наверное, оставлю в описании. Подписывайтесь на него. А сейчас мы с ним пойдем в штольню. Два холдика. Так. В смысле? А, парная. Смотрите, два холдика сейчас пойдут играть в дуо. Это интересно. Эх, Пенкиллер, ты чё? А, все, поехали. Два холдика сейчас будут выносить. Надеюсь, не проигрывать. Поехали. Что у меня тут интересный режим? Эй, поехали. Так. Все, понеслась. Не стой! Два холдика, серьезно. Блин. Знаете, я хочу замутить такую тему, чтобы вот на карте было 10 игроков и все холдики. Я не ЧСВ, я не самолюб, не эгоист, но, блин, это чисто ради вот фана, ради прикола, потому что, ну, мне затея понравилась. Ух ты, блин. Почему я играю как дно какое-то? Может, потому что я дно? Наверное, скажут они. Да, может быть. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Два холдика, жесть. Может, знаете, как это организовать, чтобы все холдики были на карте? Пожалуйста, подскажите нам. Так, отлично, еще три бойца. У меня как почему-то подлагивает интернет. Понятия не имею, почему. Так. Блин, чуть-чуть красное лицо. Сейчас мы сделаем, чтобы было белое. Оп. Вот так вот чуть-чуть будет белое. Добавим вот так. О, так вот белее, да, я стал? Так, смотрите, сейчас просто в нафиг. Я не знаю, это бот или настоящий был игрок. Блин, ну забавно. Надо сейчас взять кого-нибудь другого, кроме Шелли. А, у меня же тут никого, наверное, нет. Сейчас посмотрим, кто у меня есть. Если кто-то есть, возьму кого-нибудь другого, потому что так будет интересней. Два холдика лучше всех, это прикольно. Шелли уже 11 ранг. Отлично. Сейчас я посмотрю, какие у меня еще бойцы есть для разнообразия. Ну, как вы видите, этот боец, я так понял, глава клана. Сейчас я посмотрю. У меня нет участник, но почему-то он на первом месте. Так, отменить. Это я что-то нажал не то. Примат есть. Давайте за примата поиграем. Выберем примата. Барли, Кольт... Ну, не, за примата будет лучше всего. Ну, если выбирать из всех остальных, кроме Шелли. Вообще за Шелли, но... Хотя, почему? Надо было за Шелли играть. А то сейчас будут еще хуже соперники на примате. Ну, поехали. Короче, напишите в комментариях, развивать этот аккаунт и эту тему дальше или не развивать. Если развивать, то я буду этот аккаунт просто прокачивать, просто на нем апать кубки. Возможно, даже, знаете, этот аккаунт можно закинуть в, для идеи... без доната, аккаунт без доната, проект без доната. Помните, вы меня просили?
В принципе, можно продолжить этот проект, и это будет забавно. И вы можете тоже создавать холдиков, допустим, да, Ник? И, возможно, будут не только... Я не знаю, просто эти, наверное, не живые, точнее... Наверное, не активные эти все холдики будут в клане, вот, но можно замутить такую тему, что все холдики, все активные, вообще будет весело. Я же говорю, даже можно будет попробовать так, что в поединке мы пойдем все вместе и 10 холдиков на одной карте. Это если мы повторим, это будет прям вообще лютая фигня, ну, с хорошей стороны, в хорошем смысле. Вот, так, у нас 7 банок, что, погнали, погнали, Пенкиллер, давай играть агрессивно, они все нубики. О, смотрите, тоже ютубер. Тихо. Эти нубики чуть нас не убили. Ай! Ай-я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 й
Не, все-таки я хочу на Шелли. На примате неинтересно. На Шелли гораздо интереснее. Тем более на штольне, да, ё-моё. Так, берем Шелли. Берем Шелли. Поехали, поехали. О, мы там, кстати, что-то могу забрать. Что я могу забрать? Забрать события по билетам. А, ну это пока мне не интересно. Поехали в бой. Готово, понеслась. Так, отлично. Так. Последнюю каточку сыграем. Наверное, а может не последнюю, посмотрим. Не стой на месте. Так. Я не знаю, правда, ребят, когда выйдет этот ролик, я данные видосы записываю заранее, наперед. Вот, поэтому не знаю, как там по хронологии ролики будут публиковаться. Наверное, на данный момент я уже нахожусь за границей. Отдыхаю где-то на море. Не где-то, а в Египте. Поэтому вы сейчас не видите новых роликов свежих и не видите стримов. Но, ребятки, если вы сейчас смотрите мой ролик, это, знаете, это как видеообращение. Это как видеообращение, когда мне там не будет или когда я буду в космосе, чтобы вы это... Блять, мы умерли! Мы проиграли! Пенки... Жесть, я что-то вообще заговорился и мы слили. Короче, если вы видите этот ролик, да, смотрите, знайте, что я скоро вернусь, стримы скоро будут, просто там, где я нахожусь, скорее всего, плохой интернет. Но, опять же, если я там где-то надыбаю какой-то нормальный интернет, я, естественно, выйду до вас в эфир. А, эфир, да, это тоже отдельная тема, у меня сейчас страйк на канале, поэтому я сейчас в эфир и выхожу на Holdic Stream. Ссылку не знаю, оставлю или не оставлю. Вот, но вы на всякий случай там чекните. У меня Holdic Stream есть в интересных каналах. Слушайте, что такое, Painkiller? Мы будем сегодня тащить или какого хрена мы проигрываем? Давай уже кольта этого убивать. Ну интересно, я вот этой ультой смогу все боксы сразу просто... Ну мощь. Отлично. Так, блин, ну то, что мы проиграли один раз минус 5, это немножечко неприятно было. Потому что, ну типа, нубам проигрывать... Значит, мы еще больше нубы. Так, ладненько, сейчас мы вот этот беспредел... Да блин, пожалуйста, остановитесь, а? Четыре баночки и так выносят меня жестко кольты. Блин, какого хрена вообще кольты берут? Кольтов взяли на этой карте. Так. Хорошо. Отлично. Тихо, 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 тихо. Оп, 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 оп. Все отлично. Так, ну и осталось сейчас убрать вот этих челиков. Просто бам, бам. Надеюсь, не проиграю. Сейчас двоих его заберу. Блин. Давай, Painkiller, проиграй, чтобы стыдно нам было. Нет, мы затащили. Отличненько. Блин, ну что, еще одну каточку и на этом буду завершать. На этом буду, наверное, завершать. Смотрите, ребят, в принципе, огромный респект парням, которые замутили такую тему. Мне приятно. Я их не просил. Я не знаю, для какой это цели вообще. Ну, 100 холдиков в клане, блин. Я не знаю, это какой-то фетиш, блин. Спасибо огромное всем, кто создавал эти аккаунты. Реально, респект. И напишите в комментариях, продолжать ли мне развивать этот аккаунт, потому что сюда еще не задонатили ни копейки. И, наверное, никто не будет сюда донатить копейку, и я в том числе. Можно было бы этот проект забацать под проект без доната. Тем самым, смотрите, можно будет продолжить вот эту жизнь клану. Я, допустим, кикну вот этого мистер Дэна, да. Вообще, мне надо президента получить, потому что, ну, я имею в виду главу, я не знаю, кто глава. Надо, короче, получить главу и покикать, кто не активен, да, и чтобы вот, допустим, когда стримили на этом аккаунте, возможно, кто-то тоже захочет
создать свой аккаунт с ником Holdik и, возможно, вступит, и мы будем его развивать. Если вы что-нибудь подобное еще придумаете, скидывайте Богдану, либо в предложку в группу. Вот, я, правда, не знаю, какие еще направления. Вот дайте мне идею, проявите фантазию. Я однозначно это организую, когда вернусь, потому что мой аккаунт уже подходит к фулу, я хочу для себя искать какие-то сейчас новые такие вот челленджи, направления, проекты и прочее. Я их буду однозначно делать, потому что я когда апну 10к на своем основном аккаунте, а это случится уже совсем скоро, я думаю, что февраль, ну март, наверное, март еще захватим, и все, и у меня фуловый аккаунт. Я буду однозначно делать проекты. Спасибо вам всем за внимание, спасибо за просмотр, спасибо парням, которые сделали такую тему. Удачи вам, подписывайтесь и до новых встреч. Скоро увидимся, до новых встреч. До новых встреч, я уже это говорил, еще раз повторюсь, пока, ребята.